Вскрыли дверь и вынесли наличные. На Орджоникидзе ограбили магазин велосипедов. Злоумышленники работали ночью, сняли ролет, взломали замок, отогнули дверь сейфа и украли деньги. Сумма ущерба порядка 5000 рублей. Товар остался нетронут. Следователи проводят проверку. Сегодня в 9 утра мне позвонила соседка вот соседнего магазина и сказала, что у нас открыта дверь. Возможно, мы просто забыли ее закрыть, но... Я-то знал, что я закрывал, когда я прибыл на место, обнаружил следы взлома. Когда я зашел вовнутрь, внутри был беспорядок, сейф был опрокинут, то есть, были видны следы проникновения. Дальше мы вызвали следственную группу.